Всем привет, меня зовут Пчеляков Максим Вадимович, статус компании «Бронзовый лев». Мой наставник Мичурин Александр, «Золотой лев» компании «Тиньши». С детства мне мама говорила, чтобы стать успешным богатым, нужно получать высшее образование. Я очень безумно свою маму люблю. Ну, я, видя в институте людей, которые 95% людей, которые получали образование и диплом, они никогда не работали по своей специальности. Потом я служил в армии. Вот, потом в моем городе, да, я сам с Украины, Донецкая область, город Краматорск. В моем городе происходили боевые действия. После их окончания все, что было нажито всей моей семьей, осталось в другой стране. Я был в поисках работы в Иркутске. Я переехал туда 5 лет назад, да, в 2015 году. Вот, и был в поисках работы. Меня никуда не брали, так как нет высшего образования, нет паспорта, диплома, связей, ну и всего остального. Вот, работал грузчиком, охранником, много где работал. Да, познакомился с компанией Тиньши, прошел инструктаж, да, узнал информацию об этой возможности. Что меня заинтересовало? Первое, что меня заинтересовало, да, это готовая система обучения, вот, от людей, которые, ну, не только говорят, а еще и зарабатывают, да, хорошо. Соответственно, если у таких людей обучаешься, ну, результат твой будет соответствующий, да. Второе, что меня заинтересовало, это работа непосредственно в офисе, да. Вот, я не умею продавать, и по сей день, да, наверное, не умею это делать, поэтому никого вряд ли не научу этому. Заинтересовала простая система, бери, делай, готовые шаблоны, тексты и так далее. Третье, меня заинтересовало, что здесь в компании есть наставник. Наставник, да, это тот человек, который заинтересован в тебе, это тот человек, который тебе помогает расти и развиваться, и также твоей команде. Если ты не зарабатываешь, твой наставник тоже не зарабатывает. Соответственно, ему невыгодно, да, с тобой как-то некорректно работать, либо тебе не помогать. Вот. Ну, что еще? Здоровье, конечно, помощь родителям, семье. Не знаю, как вы, я понимаю сегодня, что для того, чтобы обеспечивать себя, жить в свое удовольствие, путешествовать, еще и в будущем детям помогать, да, и быть отцом не нищим, да, как сказать, ну, заходить в магазин и не бояться, что мой ребенок будет смотреть на какие-то там игрушки, киндер-сюрпризы и так далее, да, и ставить ему условия, как мне покупали иногда велосипед, мне покупали иногда летом, да, хотя день рождения у меня зимой, ну, тем не менее, все равно я люблю, да, своих родителей. Вот, ну, просто так получилось, да. И что еще? Ну, финансовая независимость, да, я здесь встретил людей еще также, я здесь встретил любимого человека в этой компании, в этой компании я встретил новых друзей, я встретил здесь наставника, вот, и я встретил единомышленников и команду, да, с которой мы идем к своим целям. Вот, поэтому, являясь номинантом на 10 мотивационных программ от компании, первый раз ездил за границу вместе с компанией, это была Турция, потом на Кубе был. Да, у меня в команде есть ребята, допустим, когда я работал в Иркутске, ко мне пришел лидер моей структуры Лосев Александр Игоревич, это 8 звезд в моей команде, также обладатель нескольких премий, мотивационных программ, вот, и когда он ко мне пришел, у него было, он майор МВД, да, и у него не было даже 3000 рублей заплатить за дочку за садик, и мы с ним пообщались о том, что именно это и является причиной, да, потому что их в дальнейшем и не будет, если ничего не изменить. Он мне доверился, его родственники не поддержали, как это бывает, да, вот, и мы с ним поработали очень быстро и забрал несколько премий от компании, после чего родственники это узнали, да, которые негативно к этому относились и попросили занять у него денег, да, это, конечно, было смешно, вот, но по сей день мы работаем с этим лидером, да, вот, вплотную, в тесной связке, в полном доверии, вот, этот человек закрыл 8 звезд за 2 года, соответственно, это говорит о том, что система у нас работает, это говорит о том, что, ну, даже, короче, любой может закрыть этот статус, вот. Также у меня есть Надежда Георгиевна, да, вот, мы развиваем вместе семейный бизнес. Вот, она в прошлом налоговик, она никогда не работала по специальности, вот, и в компании она пришла как бы студенткой, вот, сейчас она на 7 звезд, у нее развивается региональный бизнес, все супер, как бы вместе тусим, путешествуем, строим бизнес, кайфуем, идем к своим целям. Есть ребята, и у меня и майоры, и подполковники военной медицины,
Есть ребята и в 70 лет, которые сейчас зарабатывают, есть ребята и в 20 лет, которые сейчас зарабатывают. Вот. Ну, система, она простая для любого человека, поэтому главное, чтобы было желание. Поэтому я вот в первую очередь новичкам рекомендую верить в свои цели, да, не слушать никого, потому что на старте меня много людей не поддерживало. И на самом деле много людей не знают, куда не надо идти, да, хотя они там ни разу не были. Но никто из них не знает, куда надо идти. Поэтому на первоначальном этапе, да и в принципе вообще по сей день, да, я иду за своим наставником. И именно благодаря наставнику в этом бизнесе, благодаря вере наставникам, благодаря, не знаю, в этом бизнесе, наверное, побеждает тот, кто со своим наставником везде, да, и это не наемный труд, поэтому это бизнес сетевой. Здесь нужно быть рядом с наставником, вот, соответственно, твоя команда тоже будет рядом с тобой. Вот. Поэтому я вам желаю достигать своих целей, никогда не сдаваться, идти всегда вперед, общаться почаще со своими наставниками. Я уверен, у вас все получится.